День России – праздник молодой. И, может быть, по этой причине отмечался он не с таким размахом, как другие праздничные дни. Но всему, как говорится, свое время. И уже те дети, которые пришли в детский городок в это солнечное утро, через несколько лет будут с радостью отмечать этот праздник. Ну а пока для них была организована культурно-развлекательная программа «Вместе весело шагать» с играми, танцами и сказочными персонажами. Было весело. Детвора с удовольствием водила хоровод, отвечала на загадки ведущих программы. А что больше всего запомнилось? Ребятам дали задание описать, какая она Россия. А все определения должны начинаться на буквы, которые есть в названии нашей любимой Родины. На букву «С». Кто сказал сказочная? Сказочная. Раз. Так. Сказочная. Два. Сказочная. Какая? Сильная. Сильная. Хозяйственная. Сельскохозяйственная. Да, конечно же. Супер, говорит суперская. Молодежь. И я думаю, что на этом надо подвести черту. Аплодисменты малышу. Суперская. И завершающая буква, буква Я. Я, поехали. Я. Россия. Я. Ясная. Ясная. Держи. Какая ясная. Еще? Еще? Яркая. Молодец. Яркая Россия. Яркая. Еще какая, бабушка? Сказали. Какая? Святая. Молодец. Да. Ну, было радостно и солнечно, а благоустроенный вид детского городка только усиливал хорошее настроение. Дети с удовольствием переходили небольшой прудик по сказочному мостику. С неописуемым восторгом подставляли ладошки под струи фонтана. Катались на качелях, каруселях, паровозиках. Родители тоже не скучали и с удовольствием вместе с детьми принимали участие во всех конкурсах и викторинах. Колесо обозрения – гордость детского городка. Где, как ни на нем, можно увидеть весь город, утопающий в зелени. И вот, поднявшись на высоту птичьего полета, понимаешь, как же красив наш город. И не устаешь восхищаться зеленью аллей, красотой проспектов и людьми, которые живут и трудятся на благо нашей малой родины под названием Ленинский район, Россия. С праздником тебя, отчизна! Олег Федоров, Елена Кошелева, Видное ТВ.